Батумский шейх, спасибо большое за невероятный донат. Текст доната. Давайте слушать пост-хардкор натуралов. Целый альбомчик послушаем. Ну, заявка, что они натуралы, это серьезно. Я сейчас как раз, надеюсь, проанализируем и поймем, так ли это. Пост-хардкор и натуралы. Ну, пока хорошо, кстати, прикольно. Сын робота. Это как будто оскорбление какое-то в будущем. Жесть, я обосрался. Часто натуралов анализируете? Я обычно анализирую анал не натуралов как раз. Сын робота, реально. Представьте, что через 500 лет просто школьник один будет играть в киберигру какую-то с другим школьником и скажет ему: «Ах, ты сын робота». Типа чмо. Жесть там. Реально робот пиликает, походу, на заднем плане. Смотрите. Жесть, челы, фрики. Про робота целый мюзикл сделали. Ну, барабанщик просто, конечно, злодей, блин. И так быстро делать, так еще и еще более быстрые карданные вставки вставлять. Это все. Ну, это ногами он все делает, просто я визуализирую руками. У них довольно невероятно чистое звучание такое. По сути, нет какого-то супер много гейна. Все. Такое вылизанное, прикольно. Но при этом достаточно злое, что круто. Плевалово пошло какое-то вегетарианское. Сколько у них участников в группе? Такое ощущение, что у них типа одна гитара или что? А, два вокалиста, гитара, бас, барабаны. Прикольно. Басист пока играет, типа, просто норм, но не то, что, ну, то есть хорошо все, но я не слышу ничего, скажем так, невероятного, по крайней мере. То есть гитара там адские просто поливы, типа, делает, барабаны, понятно, тоже. Ну, вокал, ладно, типа. Мне сип не очень нравится у этого чела. Подтюнено, ну, так прикольно подтюнено. Вот. Типа, ну, то есть басист пока что-то тупо играет себе на басухе своей, ничего не делает интересного. Ну, блин, мне не нравится его сиплый именно. Он не то что хрип, а такой сиплый вокал. Как будто он заболел. Умер от передоза фентанилом. Блин, соболезную ему. Гитарист подпевает. Два гитариста. Странно, почему тогда не было ритм гитары на соло ХЗ. Ну, вот это, честно, вот это обычный такой
хорошо технично звучащий такой ПХК, но с противным сиплым вокалом. Вот эта песня. Вот честно. Мне очень не нравится вокал, Эч. Все остальное, все прикольно, все хорошо. На этом альбоме был сезонным, потом стал постоянным, что ли, или что? Домогался фанат, ужавшийся за смерти басиста, держу в курсе. Бля, жесть вообще. Раз не нравится, еще и сольный проект послушаем. Я понял, клево. Не, тогда очень нравится. Смотри, как в ноты хорошо попадает. Мелодия приятная. Бэки зато вот какие хорошие тоже. А уже кончились. Под дожик стримчанский. Блин, я сейчас тоже дожик завариваю. Только дорогой, очень крутой, элитный дожик. Кидал на бабки фанат. Короче, вообще как какая-то группа залупа, я понял. Блин, вот этот трек буквально пошел. Блин, только похвалил, пошла унылая полька какая-то сраная. Вначале очень прикольный ход был. А потом, блядь, этот говновокалист опять вступил. Suspended. У меня стрим иногда бывает suspended, если я клипы смотрю и не убираю его видеоряд. Старая с вокалистом Кидалой. Блин, если Кидала хотя бы лучше поет, то уже интересно. Faster disaster, obey your master. Заказали нам музыку. Чего ты сам не заказывал раньше? Thank you.
Я почему-то просто ору с рифмой Faster Disaster. Ну, мелодия въедливая, прикольная, понятно, да, типа. Хотели сделать попсово? Да не, я бы не сказал, что здесь проблема в том, что это слишком попсово. Типа, попсово-то ладно, было бы неплохо при этом. И оно и правда неплохо. Здесь говорю, я клянусь, просто, наверное, вокал все руинит просто и все. То есть я не могу абстрагироваться от того, что он противно очень звучит. Но прикинь, типа, как будто и группа, и звукачи, и все фанаты, им не казалось, что это противный голос. То есть им все норм, типа. Капец. А я даже реально, я вот кроме этого... кроме вот этого сипа, короче, вообще ничего даже не могу разобрать. Абстрагироваться не могу. Прикольные приятные ходы достаточно. Все смотрящие. Спасибо большое, пиздарис. Двоеточие, слэш, я вот тут точка бы слэш, N7. Темное семя. Надо нейросетью вокалиста заменить на Дору, не знаю, или на что-нибудь такое. Потому что это пиздец просто. Тогда будет классный музон. Есть куча треков с выделенным чистым вокалистом. Вот, даже они сами понимают, что это говно, а не вокал. Вокалист-насильник. Да, он насильник. Вот этот вокалист, это насильник, блять, над моими ушами прежде всего. Типа... То, что он там телочку какую-то, типа, пердолил, это ладно. А, фанаты сделали. Блять, боже, что за отвратительный вокал? Это, блять, сиплый дед просто противный. Осуждаем. Но... Да нет, ну осуждать-то осуждаем, но, бля. Ну он точно насильник, еще раз говорю, но просто как минимум над одним конкретным человеком в аудиальном смысле. Просто моральная травма, блять, у меня от противности тембра этого голоса. Он еще поет этим голосом, ладно бы он просто жил и говорил им, пиздец. Еще и музыканты хорошие там при этом на фоне что-то беликают. Просто какая-то сиплая сова, блядь. Филину своему что-то кричит посреди гор где-то. Фазана у перов тогда выщипывает. Блядь. Вот этот чувак как спасение просто. Который второй, который орёт. И они сделали, главное, клёвого орущего потише, а противного этого погромче. А тут нормальный прям такой экстримчик. Бля.
Не, я могу вообще молчать. Просто потом все скажут, охуенная реакция. Плавают Лёс и Алекс в дорогущем бассейне. Один из них смотрит, сперма плавает на поверхности и спрашивает у второго: «Дорогой, ты кончил?» Лёс отвечает: «Нет, пернул». Га-га-га-га-га-га-га. Бля, это же не смешно вообще. Это же тупая, не смешная шутка. Ебанский кот. Бля, ну вот видите, типа, я с Юрием Петровичем иногда соглашаюсь. Очень сильно соглашаюсь. На 100%. Потому что он иногда базюк просто. Ну вот реально, вот. Ну это скорее филинг какой-то или типа хз там. Я просто не орнитолог, в птицах не разбираюсь, но это какая-то вот... Типа какая-то вот просто ворона, типа что-то каркает, я не знаю, что-то такое, наверное. Сейчас, секунду. Вот, теперь хотя бы под хавчик, под доширак. Чисто доширачная музыка. Мелодия прикольная здесь. Простая, но кайфовая. Ты хочешь сказать, что бывает еще лучше, чем вот это? А как достать? Как тебе сраный, выблеванный гей-баттл? Я не смотрел. Там жесть, там 2 часа, это сколько? Тысяч 8. Стрим его посмотреть можно, но я еще подожду, может быть, найдется лобби донатеров какой-нибудь на эту всю срань. Прикольная вот эта часть. Блин, бас-партия звучит, как будто она нарисованная в программе. Я так думаю, что здесь басист просто такой, который заучивает партии, ну, какие-то придуманные другим кем-нибудь.
просто, блядь. Как хуёвый вокалист засрал нормальную музыку целых 14 примеров. Они же этот альбом писали явно долго, прям сочиняли. Это там, может быть, полгода, да? И они сидели... Просто ужас, блядь. Какая же залупа редкостная. Как это называется, блин? Ну, типа, альбом в среднем раз в пару лет или раз в год, вот так, да, типа, раз в пару лет. Ну, вот, то есть, написано в PD-вики, recorded, бля. 17-18, то есть, ну, как минимум пару лет оно застало, да, то есть, за... Ну, хотя, возможно, это декабрь-январь, за два месяца просто, но... Блин, ну... Так. 8 июня релиз. 4 сингла были поддержаны. Два, альбом был поддержан 4 синглами. Смотри, группа релизит инструментал version of альбом to streaming digital platforms. Вот инструментал нормально. Вот группа шарит даже. Они сами понимают, что лучше без этих пидоров. Ну, по крайней мере, без одного хотя бы из них. А, ну, релизнули, в 2017-м начали делать новый. Вот это, да? Марта. Короче, отыграли там пару хуёвин. Выступили. А нет, хинт этот рекординг... Да подожди, в марте отыграли, и после этого... В октябре начали записывать свой 8-й студийный альбом. А что они делали остальное время? Типа, долбили по Вене или что? Осуждаю. Тилиан Пирсон, поищи инст. Да пусть чел, типа, не знаю, поменьше качается и побольше вокалом занимается. Я, мне наоборот, надо побольше качаться и поменьше вокалом, там, музыкой заниматься. Он меня может и отпиздит, но только он петь не научится-то от этого, блядь. Еще по 3-4 группы. Ой, да прям. Бухали просто с марта по октябрь. Ну хотя, я не осуждаю, я бы так же делал. Короче, смотри, в октябре начали, октябрь, ноябрь, декабрь и точно задели 18-й год, то есть январь. Но, как я и сказал, где-то полгода, где-то 4 месяца точно делали альбом. Начали 18 октября, середине октября. Анонсирован в марте 23-го. Ну, типа, я думаю, да, все равно, то есть, считается, что ты на стадии предальбомной, пока ты его не релизнул, правильно? В любом случае. Начали в октябре, релизнули в июне. То есть, они, блядь...
этими 14 хорошими треками, если бы они инструментальными были. Просто сидели, мучились, слушали сову. Вилсон. Слушай, я тоже играл в 6 группах одновременно какое-то время. Я почему слух бы-то потерял? Смотри. Подожди, он одновременно в них играет или все-таки он просто в них играл? Ну типа, смотри, поиграл какое-то время в одной группе какие-то с... Сианвар. Попутно была у него еще Secret Band. Потом вместо Сианвара Royal Coda. Ну типа еще две группы обычно у него. Ну и опять, в 2014 году не было релизов Gavin Dance. То есть два релиза других его групп зато было. Даже три. В 16-м? Ну, блин, да. Жесть. Ну окей, гитарист, может быть, играет в группах, а остальные что делают? Я думаю, бухают. Басист вот, наверное, ну, в общем, царство ему небесное. Ой, блин, упало что-то. Вроде отлагало. То есть у всех свои другие группы. А почему они по 10 групп? Зачем им? Интересно, почему так сейчас... Почему у них так? Момента только и делают, что играют. Дефтонса тут же ведь, да? Ну, вопрос, не состоят ли те другие группы процентов на 70 из тех же самых участников. Потому что такую-то ситуацию уж я точно знакома мне. То есть просто по-разному подписывать чуть-чуть разные проекты с одним и тем же каким-нибудь составом. Немножко в разных вариациях. Ну ладно, тогда понятно. Просто челики между собой, ну типа, в таком составе мы вот это, в чуть-чуть другом мы вот то, ну и так далее. Или там другой жанр, когда мы придумали чуть-чуть поделать с другим вокалистом, это мы по-другому подпишем, типа. Бать, истеричный трючок. Так, папчик доел. Надо убрать. Back.
Мне то ли уже привычно стало нормально слушать его вокалы, что ли вот этот трек ничего такой. Но опять же, он не то что берет эти ноты, он их просто же фальцетит, типа «Minutes of time, come back to me, bye-bye-bye». Что-то, то есть он, это не то, что он каким-то суперсложным берет микстом там или еще как-то, то есть он даже не напрягается, он, то есть все абсолютно, все время, когда вот этот чистый вокалист поет, он абсолютно не испытывает того, что должен испытывать вокалист, который поет, да? То есть он вообще не напрягается, никак не, у него нет там никаких ни вибрато, ничего, то есть там мощь какую-то он не вкладывает. То есть он... It's time, it's time, time, you belong, it's time, fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa. То есть, и все вот так. Ну, только еще с автотюном. То есть... И все, вот, блять, вот вам... А, экстремальный вокалист, типа, балдежный. Реально, типа, чувак просто... Ладно, он, это... Сергеевичу Кабринству... Вообще, прям, жесть на нем природа, типа, как будто сэкономила. Типа, мало того, что вокалист хуёвый, так еще и насильник, да, походу. Просто пиздец. Ладно, бы он был хороший вокалист-насильник, но... С кем не бывает, типа... Осуждаю, блядь. Ну, вообще, ну, Майкл Джексон выкрутился, например, да. Или был бы, ну, хуёвый вокалист. Ну, хотя бы при этом не был бы, типа, замешан в такой, в таком дерьме. А тут, блядь, одновременно просто. Просто человек-говно прям какой-то, блядь, пиздец. Ну, вот эти вот, как бы, инструментальные парты все достаточно прикольные. Я не фанат жанра, при том, что, но... Типа, и попсовый, и не попса, как бы, на самом-то деле, при этом. Клёво. Но этот вокалист просто невероятный. Реально, у меня ощущение, что они какого-то, вот, может быть, 80-летнего старика пригласили на вокал. Внучата, чё там, Москва? Сейчас, секунду. Ладно, я сильный, я справлюсь. Да, вокалист меня вынес просто. СДВК, что-то знакомое. Мы смотрели, мы его донатили, да, по-моему? Который Black Metal гопник. Крутой чувак, да. Тирам, здорово. Шляпа. Курт спросил. Я думаю, сейчас после
музла на запись, даже попробую затравить телегу. Вопрос бы поконкретнее еще, конечно, чуть-чуть. Фистин и Ма. Да там пиздец, бля, чел, как бы, шиз. Но я особо не слежу, я, то есть, подписан с колокольчиком, я название вижу иногда. В ахуе просто становлюсь, и все. И просто мне обычно лень что-то даже, ну, открывать не стрима точно. Поэтому как-то похуй, типа. Тоже классный трючок. Вот эта вот часть хороша, да. Вроде простое что-то, но прикольно. Мемнуться хочет. Но он шиз, если он думает, что у него получится вот так. Если он до сих пор так долго думает, что у него вот так вообще хоть что-то получится. То есть, я не знаю, неужели у него уже как-то работает все? То есть, это не выглядит как, типа, уже он работает так? На этом канале? Не, ну, новые ролики уже очень давно уже никто не донатил, ничего не смотрели, записи нет. Тут знаешь как, смотри, ты можешь проверять же просто, вбивать, заходить в YouTube, вбивать название ролика «Сокола», и добавлять, допустим, Моисей, или смотрим, или там реакция. Если не находится, значит, скорее всего, и нету реакции. Есть какие-то скрытые, но их немного. Это те, которые были связаны с одним периодом, скажем так, на канале. Интересным. Там может быть что-то и с Соколом тоже скрытое, но в целом там вряд ли что-то суперинтересное. Какой же вокал хуёвый. Зря что ли шей? Ну, тоже верно, да, может, спрошу. Здесь этот вокал еще такой супер затюненный, прям. Из-за звука он, кстати, здесь терпимо звучит довольно. Из-за того, какой звук сделали. Песня волос, блин. Что за хрень вообще? Чуваки вообще посрать, типа, даже название нормальное не придумывают. Все равно этот говновокалист говно споет. Что там еще придумывать текст, нормальные слова какие-то, названия. Просто спой что-нибудь там, типа, посрать. Волосатая песня. Можешь, что хочешь петь. Можешь петь там, жопа съела трусы, там, неважно. Если честно, это вообще просто такая клоунада, что фальцет типа, иногда может восприниматься прям как, ну, нормальный вокал, типа, не как кривляние. Всегда казалось, что это кривляние. Вот этот ход кайфовый был очень. Концовочка в этой песне. Такой прикольный какой-то, капец.
Просто, блядь, варшавский от мира постхардкора. И ты говорил, что это не гейский. Это не гейский, это просто говно. Просто хрип с фальцетом. Госпел Бурноут. Это стоят церквушки на Руси просто для зумеров. Стоят церквушки на Руси. И насколько этот клёво расщепляет, просто как контраст. Я не понимаю, вот как люди даже не слышат на контрасте, которые слушают эту группу, насколько тот охуенно звучит, насколько у него правильно клёво звучит расщеп. Типа прям так душеразрывающе, как бы, да? Сам звук, типа. И насколько у этого просто противный такой сиплый дед. Просто вообще пиздец. Да-да-да, светлый металл излучает. Темный металл, излучающий тьму. Пиздец просто. Ну и почему мы слушаем на запись все целиком? Ну потому что вот такова воля донатера, чтобы я страдал по полной программе. Чтобы я, так сказать, не просто одну песню послушал, сказал говно, а чтобы я, блядь, весь альбом послушал и 14 раз убедился, что говно. С 12-го я еще вот... Ну вдруг все-таки 13-я песня и 14-я вот... Вдруг с них будет понятно, что не говно все-таки. Прикольное ощущение, конечно. Не пожаловался, страдай. Пиздец, реально? Бля, чё с интернетом? Сейчас. Да, YouTube что-то хуелит мальца. Или интернет, я не понимаю. Ну, в общем, какие-то проблемы, к сожалению, неполадки. Пока непонятные причины. Но предположение типа есть, но плохо. Может быть, ты очень хорошую песню закинул, которой не ну, типа, даже норм это было. Я даже не знаю, как это вообще так. Вот здесь, кстати, опять тоже они что-то со звуком сделали такое. Что он прикольно вайбово звучал, как будто из каких-то 80-х, типа такой противный, но как бы клёво в контексте музыки. Какой-то кусочек такой получился здесь. Даже погромче хочется сделать. Нормально вообще, целит. Блять, и пришел этот просто.
очень глубоко. Да, бля, это какой-то реально просто петух-метал просто невероятный. Важные слова просто. Там в каждой песне, наверное, просто ем говно, жру хуи. Ну что еще можно петь таким голосом? Я ем говно каждый день. Я говно ем. И этот такой: да, он говно жрет. Он его ест. Он реально не гонит вам. Я чарпидер. Я вылез из жопы. Я ем говно, я противный, хуже меня уже нет ничего. Я червь из жопы, ем говно, сосу и червей других за доллар, чтоб купить дозу. Заканчивается, я иду снова говно жрать на радость всем и сосать хуи, чтобы денег собрать на новую дозу, а еще потому, что я просто люблю жрать говно и сосать хуи. Как же ты любишь сосать, это просто пиздец. Я охуел, когда узнал, когда реально я понял, что этот чел как поет и хуесос. Песня с 4.26 назад. Да, жри в окно, ешь хуи. Ну и да, я буду, я и не против. Какой же я вонючий говноед. Лучше еда нет, чем дерьмо. А лучше полника нет, чем губы. Я червь, пидор. Хуже меня уже нет. Просто хуета невероятная вообще. Вот и слушайте теперь это тоже так же, блядь. Пусть они у вас в голове добивают, так сказать, подробности своей личной жизни. И может быть тот, который орет, это у него в жопе этот червь сидит. Может быть так? Ау! Прикольный звук. Сука, смотри, как кликбейтит каждый раз. Начинают нормально, а потом хуйню вот эту вот тебе суют опять. Не вынимай меня из своей жопы. Оставь меня здесь. Помнишь, как много нас связывает с тобой? Мы уже стали с тобой единым целым, брат. Не ковыряй меня. Лучше бы, сука, сделали 5 секунд вот этого говна и 50 того, а сделали наоборот, блин. 15 секунд только идет, вот эта клевая часть. И потом этот хрен просто свою балладу глиста поет. Во, нормальный чистый, смотри. Вау! Отдых моей душе просто.
пипец. Какой же контраст нереальный, а? Бля. Пять видео, блядь! Ебать, ты чё? Не, подожди, так же нельзя. Подожди, ну так же нельзя, по правилам. Давай расслабимся. Без очереди. После альбома. Подожди, пять ебать. Последних видео Фистинного мага. Как защититься от гуся пламя Пуспильхейма. В сумме 21 минута. Смотри, есть же правила реквеста видео. Правильно? Правильно. Смотрим правила. Сейчас проверю. Правила так. Значит... постоянные все, короче, вот 13-е правило, отдельно даже пробелом там выделено. Все, на кого есть больше 10 реакций, если есть какая-то тема или персонаж постоянный, X2 всегда без скидок, это типа стандарт. То есть 120 за минуту, типа минимум должно быть на них. Типа там как раз соколы и так далее. То есть что-то более нормичное... 120, что-то пиздецовое прям совсем, типа Саша Капустина, Шаман, то есть на что бесконечные реакции. 240 это как бы ставка, типа. То есть без очереди это вообще должно быть по 240 за минуту, если сокол, потому что в целом сокол по 120 как будто норм смотреть. Но тогда надо подумать, ебать, сколько это все равно. Это понятно, что очень дохуя жирный донат, но как будто 5 видео это пиздец. Это ж типа что там, по 500 рублей за видос сокола, ну, хуй знает. Как будто, бля, страданий больше, чем 500 рублей. Блять, этот вокалист просто отвратителен. Я не могу просто с него. Какая же просто залупа. Сейчас, истинный, блять, истинный дурак. Истинный дурак для вечной жизни срак, ебать. Какие-то одинокие цапли. Бля, это же какая-то хуета редкостная вообще. Что это такое, блядь? Вот эту хуйню смотреть все. Вот эти 5 видео. Ебать. Ладно, давай их в одно посмотрим просто. И так как будто этого доната реально достаточно. Да, похуй. Там короткие. Ну да, 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 да. Похуй. Бля, без очереди ли? Я думаю, давай только единственное, что не без очереди. Два коротких доната там. Чтобы не страдали работяги. Не шейхи. То есть, я как государство, я должен немножко... попускать шейхов, так сказать, олигархов, аллигаторов в пользу простого населения, работяг. Вот он хочет уже, он пришел, капиталист с деньгами, говорит, блядь, души работяг, все. Вот все деньги, смотрим все без очереди. А справедливый царь говорит, нет, блядь, работягам. Они, конечно, бичи, но это наши бичи. Надо их держать как бы рядом, хранить, беречь, любить. Они нужны, чтобы нам было веселее тут в чате. Надо поэтому немножко... Блин, мне кажется, Путин со своими чуваками так же сидит, наверное. Я абсолютно... Я уверен. Ну и в любой стране так. Сидят такие чуваки. Ну что, проявим сегодня доброту к бомжам или нет? Так, сегодня они особо шумные и противные. Нет, сегодня доброты не будет. О, а сегодня они очень хорошие и добрые. Ладно, сегодня проявим к ним доброту. Короче, пиздец вообще, а не альбом. Вокалист просто худшее говно. Я страдал час. Спасибо большое за донат.